Всем привет, друзья! Вот такой вот диван. Это много мебели. Атлант, по-моему. Короче говоря, он прям вспух с той стороны. Это его обратная сторона. Будем сейчас разбирать, смотреть, что там сломалось. Для этого откручиваем вот эти вот ламейки и вытаскиваем вот эти вот, вот здесь вот по периметру. Вот так. У многих там ломаются железочки внутри. Еще, кстати, открывается он очень просто. Вот это вот убрали. И он дальше вот как типа чехол. Вот я вот это снял. И вот он, видите, как чехол дальше вот снимается. А у меня проблема тут другая. Вот эти все, они на месте. И они, кстати, тут у меня металлические. Видимо, другая комплектация. А вот, вот эта штука, вот, вот она согнулась. И вот если посмотреть, выгнулась доска. Вот так вот видно. Выгнулась здесь, соответственно, с другой стороны. И натяжение ушло. Ну, я думаю, мы этот вопрос решим ставкой сюда доски. А тем временем наступил Новый год. Мы с семьей нарядили елку и повесили вот такую красавицу гирлянду на окно. Ссылку, конечно же, оставлю вам в описании. Очень приятно, глаз радуется от такой красоты. В основном проблемы вот здесь у всех. А, ну хотя здесь тоже эта проблема есть. Они уже пластмасски эти вот, они не металлические, они пластмассовые, вот они уже надорвались. То есть это менять надо, так как иначе потом надо будет снова разбирать. И проблема в моем случае, вот эти внутренние железки, которые должны были держать распор, они согнулись вот здесь. И распор они не держат, соответственно, диван согнулся. Вот если вот так смотреть, это прекрасно видно. Он внутри стал уже, чем снаружи. Потерял свою жесткость. Короче, делать будем просто с деревяшек, так будет проще всего. 10 штучек вот так по размеру кинем. И вот это все перешьем на канат, потому что вот это, конечно, не дело. Это ненадолго все. Вот что получается. Вот такие вот я повыпиливал доски. Здесь в самом центре прям из дерева. Вот они. Здесь из ДСП. Дальше тут какая-то прессовка. В общем, все, что было, то и полюбила. Всего их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Нормально. Железки. Показываю, которые там стояли. Ну, я их так вот вырвал, по-другому не получилось. Значит, они алюминиевые. Это алюминий. Вот он гнется, без всяких вопросов. Давайте прям отломаем одну. Ну, как бы сдать их только осталось. Ну все, вот это сейчас дело прикручиваем. А, ну и да, давайте замерим. 70. Здесь теперь почти 70. В центре почти 70. Почти 70. Почти 70. Ну и здесь уже 70. Ну, в общем, почти 70. Здесь даже чуть больше. Я уже пробовал натягивать. Она натягивается прям, пружина. Кстати, вот здесь вот можно видеть, насколько даже вот эта штука, она неровно сделана. Возможно, это и стало причиной того, что тут все
Так, теперь что? Теперь вот это достаем. Вот это вот. И вместо него я уже нарезал. Будем цеплять вот такие вот. У меня ровно 30 штук лоскутков. Значит, можно купить канат. Можно, это я из ручек сумок старых наделал. Вот пригодились. Всякие сумки. Вон Пола, Шмола. Сейчас, сынуля. Что тут? Вот так, молодец. Вот что получается. Натянул. Все здесь хорошо. Никаких вопросов нет. Ничего уже никуда не стоит. Смотрим. В плоскость. Все отлично. Сама конструкция по себе очень стабильная. Очень прочная. Вот прям хорошо все стоит. Вообще вопросов нет. Если все сделать вот такие вот палки, то будет просто великолепно. Ну, я как бы делал из того, что было, поэтому. Ну и вот, друзья, что в итоге получилось. Все как и было. Здесь пистолетом вот этим вот ручным степлером задолбасил. Сейчас сюда еще прикручу эти. Ну и сзади покажу. Вот он с другой стороны. Сверху. Ну, то, что надо. Та бомба. А ну, Вадюшек, иди. Стой. Не хочет. Думал его посадить сверху, чтобы он показал. Но это другое дело. Тут я прям рукой продавлю. Ну, здесь чуть-чуть там сложновато расправить. Ну, как бы издержки производства уже пойдет и так. Здесь вот подрасправить надо было. Ну вот, друзья, вот такой вот вид теперь. Раньше здесь был тупо именно, тупо могила была. Выпуклая. Все, такой ремонт. Всем спасибо, всем пока.